когда секунды позволяют определить победителя. В Бресте спортсмены-спасатели демонстрировали свои навыки в плавании в рамках больших соревнований. Мероприятие традиционное. Каждый год оно объединяет на водной глади всех тех, кто любит этот вид спорта и регулярно поддерживает себя в хорошей физической форме. Стараюсь, не всегда, конечно, получается в 50-метровом бассейне плавать, больше 25-ка, но это совсем все по-другому. Там больше поворотов, больше толчков и быстрее все. Здесь сложнее. Регулярно занимаемся, тренируемся. Не только плаванием, разными видами спорта. И бегаем, и гири, все делаем. Много знакомых здесь приехало тоже. Увидеть, встретиться. Но вообще это популяризирует же спорт. Тоже хорошо. Для нас это хорошо. Начиная с первых метров воды, борьба на дорожках шла за каждую секунду. Активно поддерживали своих героев трибуны, на которых были не только коллеги, но и близкие, родные. Всего на большом первенстве встретились несколько десятков сотрудников МЧС из разных уголков страны. Организаторы постарались сформировать программу выступлений таким образом, чтобы условия для всех участников стартов были одинаковыми, а каждый спортсмен соревновался в своей возрастной группе. На соревнования приехали 8 команд. 8 команд, значит, 6 областных команд, города Минска команда и команда университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Это наши курсанты, которые в будущем станут офицерами и пополнят наши ряды. Подобного рода старты призваны быть не только стимулом для поддержания боевого духа и спортивных навыков. Это еще один повод для того, чтобы встретиться, пообщаться, обменяться методиками и навыками поддержания здорового образа жизни.